Всем привет! С вами канал Art Mania. Сегодня у нас обзор вот такой вот веселая полянка линейки Трафарет из магазина Wildberries по цене 339 рублей. Такой они пришли в интересной коробочке. Она у меня открыта, потому что в Wildberries я все проверяю. Так, здесь у нас входит какая-то бумажечка, на которой что-то написано. Плюс 3. А также входят магнитики. Это, наверное, подарочный магнитик в виде желудя. Такого интересного. А, ну да, и тут, если покупаете еще, то вот разные бывают такие вот магнитики. Дим, пожалуйста, посиди. Так, ну и, конечно же, сами вот они, трафареты. Яблочком такой. Вот, кстати, они довольно маленькие, компактненькие. Очень довольно плотные. Такой из фанеры какой-то. Очень красивый, кстати. Вот. Совика такая. Вот она вот, чтобы вот какие-то дуги, чтобы ребенок учился писать. Здесь тоже. То есть их, ну, много. Их много разнообразных, и это очень классно. Домики, цветочки. И здесь елочки. Пахнет она, кстати, каким-то углем, каким-то огнем вот здесь. Вот, вот. Ну, вот они, кстати, все здесь написаны. Дальше сейчас увидите ролик, как у меня ребенок с ними занимается. Понравился, не понравилось. Спросим у него потом. Так, ну вот мы присели с ребеночком рисовать. Давай вот так вот ее ставь и вот так вот, вот обводи вот там внутри ручкой. Вот отсюда начинай. Давай. Бери руку-то. Бери. Вот. И вот так вот веди. Вот. Вот. Оп. А теперь назад можно. Там можно целый червячок нарисовать. Угу. Елочки вот тут будешь рисовать? Да. Ну-ка, что у тебя получилось? Ну, чуть-чуть кривоватенькая. Держи. Давай я буду держать. Оп, линия, смотри, какая прямая, как на линейке, да? Оп, вторая. Оп, третья. Молодец, теперь елочки. Вот отсюда. Начинай. И не отрывай руки. Оп, оп. Понравился Дим? Да. Диме понравилось, он прям уже сам берет, уже несколько попробовал. Вот тут у него вот видно, они есть. Хорошая игрушка, стоит своих денег, прям. Классные картиночки у нее прям вот хорошие. Надеюсь, что она нам прослужит очень-очень долго. Очень на это надеюсь. Все змейки? Да. Какие змейки. Диме, кстати, 4 года. Как раз он уже начинает писать уже буковки у нас всякие, да? Переследующие. Он даже сам тянется. А это сам берет. Тоже змейка. Тоже смех. Тоже другие только, да? Уже такие буковки, как мама пишет, когда прописные, да? Он уже начинает тоже пытаться какие-то свои буквы прописные, сидит, читает что-то такое. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. И всем пока-пока.